Приветствую. Приветствую вас, ключевая команда. Ну что, последние денечки каталога у нас с вами. Поэтому уровни свои просматриваем, квалификации просматриваем. И хотела вам сегодня напомнить про те акции, программы, которые актуальны для нас в этом каталоге. Итак, акция «Твоя весна» завершилась. В этом каталоге мы с вами забираем все наборы по этой акции. Кто, сколько каталогов был активен, да, по такой цене и забирает эти наборы. Обязательно посмотрите у себя и у своих партнеров. Забрали ли они, выполнили ли они условия. Дальше, следующее. Программа «Стокгольм». Кто знает об этой программе? Ну, я смотрела, да, то, что нужно будет любимый продукт рассказать о нем и отправить все это в определенный там этот день. Да. Там подписываешь прям так этот, не, я тоже думаю. Ты там тоже говорил, что будешь участвовать, да? Да. Вот я сейчас хочу сегодня, скорее всего, доработать этот вопрос. Поэтому давайте тоже отошлем, потому что там условия, заказ от 990 рублей в этом каталоге, да? Да, и да, да. Обязательно вот этот продукт, чтобы у вас был в заказе, про который вы будете рассказывать и рассказать про него. Именно про него только рассказать? Ну, надо подробности посмотреть. Про любимый, что... Да, про любимый продукт, да, про него уж рассказать. Ага. Mm-hmm. Вот. И отправляем. Туда, короче говоря, на сайте есть ссылочка, там как раз вот собираются вот эти все отзывы, и потом, возможно, кому-то из нас повезет, и мы поедем в Стокгольм, да? Все, тут правила простые. Ну, будет круто. Ну, там, конечно, покреативить надо. У кого интереснее будет отзыв, тот, конечно же, и будет выбран. Все, условие одно, заказ от 990 рублей, и рассказываем про любимый продукт. Желательно, ну не желательно, я не знаю, там вроде бы написано, что любимый продукт должен быть в заказе. Посмотрите еще раз, ладно? А там фото не надо будет его отправлять? Нет, наверное, скорее всего. Как хочешь, Оль, там можно и фото, можно, я говорю, покреативить. Свое усмотрение? Да. Ну, хорошо, надо покреативить, чтобы тебя выбрали-то. Это... Не знаю, как это. Сейчас мой говорит, то сейчас в Питере проводится розыгрыш квартиры. И что, на что ты готов, чтобы этот, получить квартиру? Там видео надо снять. Вот тоже хочет поучаствовать. Да. Там кто что-то только не делает на видео. Смотрел, кстати, недавно. Прикольно. Ну снимите, а что? Почему бы не поучаствовать, да, ведь? Ну, все, лишнего не будет. Ничего такого. Ну, тебя не будет. Дальше. История любви. Забираем спонсорские баллы накопленные. Тоже программа уже закончилась. Ты выключай, Оль. Ладно, микрофончик. Ага. Программа уже закончилась. И забираем спонсорские баллы накопленные. Как забираем? Нужный код продукта. Код тех предложенных товаров, да, которые шли по программе «Создай историю любви», вбиваем в корзину, и она вкладывается, он, вернее, товар вкладывается по стоимости 1 рубль. Это как баллы лояльности мы меняли, так и здесь меняем. Почему вот 1 рубль, да, ребят? Потому что это как бы не, чтобы не как подарок шло, а как вот именно, что заработанные ваши денежки, ну, заработанные ваши, вы заработали, выполнили условия, поэтому забираете. Если было бы 0, то он бы считался бы подарком, понимаете, да? Поэтому компания ставит просто тупо рубль, и вы за рубль этот... Эти товары забираете себе, заработанные. Так, дальше, iPhone. По iPhone принимает участие
те, кто был менеджером 12% в четвертом каталоге и выше. Вот все эти партнеры принимают участие в акции по айфону. А что нужно сделать? В шестом каталоге нужно выйти на старшего менеджера или на менеджера 22%. Странно, меня, говорит, слышно, но кого-то другого. Вот. Жень, привет. Ты здесь? Ты нас слышишь? Женя что-то тоже не отвечает. Дальше. Выйти, да, на менеджера 22% в шестом каталоге. Кровь из носа, ребят. Только шум. Так, может быть, я перезвоню? Ложить трубочки. Ага. Галин, привет, слышишь? Да, слышу. Опять Оля звонит. Оля звонит, и Оля прерывает, да? Ребят. Ребят, кто-нибудь еще есть, кроме Оли? Я здесь. Ага, Жень. Эльмир, слышишь? Так, а Галя слышит теперь у нас? Теперь Галя не слышит, да? Ну ладно, продолжим. На запись у меня стоит. На запись, если что, скину потом. Так, по айфону я, ребят, рассказывала. Ну давайте повторю тогда, хорошо? Итак, акция «Твоя весна» закончилась, забрать наборы и посмотреть, забрали ли ваши партнеры наборы. Вот, этот вопрос проработайте обязательно и в личку напишите, позвоните. Я сегодня звонила одному партнеру, она говорила, чего-то вы пропали, вы выполнили все условия, поздравляю вас, забирайте свои заработанные наборчики по выгодной цене. Больше такой экономии, ну, я не знаю, не скоро будет, да, если уж выполнили, то, ну, пользуйтесь этой акцией. Вот, на что она мне сказала, да, да, конечно, обязательно, у меня просто тут были проблемы с компьютером, я знаю, я помню, я обязательно все заберу. Поэтому тоже посмотрите, своим можете всем, ну, прозвонить, да, там, некоторых партнеров, которые выполнили данные условия. Список я, в принципе, всем давала, если кому-то надо, я могу повторить этот список. Спросите у меня в личке. Дальше, Стокгольм, если вы сделали заказ более 990 рублей, и в вашем заказе был ваш любимый продукт, расскажите о нем, оставьте свой отзыв, отправьте это по специальной ссылочке, и тогда вы будете участвовать в программе, ну, как раз... на выигрыш путевки в Стокгольм. Здорово будет, если поедет кто-нибудь из нас. Я буду безумно рада, я сама буду участвовать. И я, конечно же, хочу выиграть это путешествие. Поэтому тоже участвуйте, мало ли. Может быть, вы намного креативнее, да, всех остальных и намного лучший отзыв напишите.
Дальше история любви. Создай свою историю любви. Забираем спонсорские баллы. Там забираем как? Выбираем тот товар, который шел по этой программе, вводим в корзину, и она включается за 1 рубль, чтобы не как подарок шло, а шло именно как заработанные вами там, средства. Дальше, iPhone. В нем принимают участие менеджеры от менеджера 12% и выше. Да, все те, кто выше менеджера 12%, включительно. Вот, в шестом каталоге нужно стать 22%. В шестом каталоге нужно стать 22%, ребят. И можно с отрывом, без отрыва, тут без разницы. В следующем каталоге. И в седьмом каталоге нужно начать новую веточку. Нового партнера пригласить активчика и помогать этому партнеру до 12 каталога дойти до 22%, ребят. Это у вас будет вторая там или третья даже веточка, да, 22%. Вот получается, что если вы помогаете своему партнеру дойти до 22, сами квалифицируйтесь на золотую конференцию 2017 на лайнер. Вот, там третий лайнер, ребят, даже приготовили. То есть сначала компания планировала только 2 лайнера, да, запустить, ну, партнеров повести на 2 лайнеров, а сейчас даже третий лайнер такой же, шестизвездочный, выделила для того, чтобы как можно больше партнеров поехали вот в это вот путешествие, в этот круиз. Ну, я как бы вообще в шоке. И мы, знаете, вот Асму писали, Асму говорит, в чате у нас спрашивала, говорит, какие есть предложения по поводу акций, программ. А мы, говорит, идем на встречу там с представителями компании, будем как раз это все обсуждать. Я говорю, ну, что меня, например, не устраивает вот эта вот новая программа, новая акция про айфоны и ноутбуки, она только для того, чтобы развивать ширину, да, то есть мы же так с вами не работаем, мы же глубину развиваем, мы как бы морковочники, а ромашечники, это вот как бы для них, да, потому что там надо в первую линию регистрировать людей, потом надо, чтобы они квалифицированными рекрутами были, потом надо опять в первую линию регистрировать в следующем каталоге и так далее, и вот пошла эта ромашка, а нас это не устраивает, и этот Асм мне сказала, говорит, хорошо, все принято, будем обсуждать. И вот как раз в Питере на конгрессе объявили, что есть альтернативные условия по айфону, что могут принимать участие как раз вот мы, да, те, кто вырастет 22% группы. И я сегодня Асму своему пишу, и я говорю, Максим, это говорю, вы постарались, да, там компанию уговорили, чтобы ради нас сделали такую акцию. Он смеется, говорит. Ну, вообще-то, с таким же предложением, оказывается, поступило очень много людей. И поэтому компания сделала все-таки вот такую еще программу альтернативную. То есть хочу сказать, что компания под нас подстраивается, ребят. Все наши хотелочки она рассматривает и обязательно все это вносит. А если у кого-то тоже бывают какие-то предложения, может, сайт там чего-то, да, хотите доработать, то можно всегда это написать мне даже, например, я могу Асму написать, Асму напишет это в компанию, скажет, ну вот давайте вот это вот доработаем, потому что вот так неудобно, и так далее, хорошо? Этот момент тоже учитывайте. Ну вот, самое главное, ребят, у нас сейчас, это, конечно же, закрыть успешно этот каталог. Осталось там считанные дни, там пару дней, я прям смотрю, наблюдаю и помогаю вам, да, в каких-то моментах, поэтому если вдруг у кого-то чего-то не получается, сразу звоните, спрашивайте, как можно сделать, потому что я в каких ситуациях только не побывала, и все, и все, это все переживала. Спрашивайте, как выйти из ситуаций определенных, я вам обязательно подскажу.
Ну, теперь по вопросикам. У кого какие вопросы есть, давайте обсудим. Так, мне там будет вопрос, но я потом после тебе задам. Хорошо, это уже по работе. Ладно? Ладно, хорошо. Хорошо, ладно, хорошо. Можно в личку, если что. Так, что еще хотела обсудить? Про золотую конференцию вам сказала, да, про Сочи тоже. Смотрите, ребят, обязательно в этом каталоге, в пятом, нужно как можно ближе быть к 15%, да, то есть у вас есть такая возможность, потому что в следующем каталоге нужно обязательно стать менеджером 15%. На менеджерскую конференцию поедут только с этого уровня. Обязательно отрыв от нижестоящего партнера. То есть, если у вас нет отрыва, то вы тогда не квалифицируетесь. Отрыв нужно держать 3 каталога. Это 6, 7, 8. Можно пораньше. Вот у меня просто есть партнеры в структуре, уже у Тани, можно сказать. В Таниной веточке, в Таниной структуре, да, Светлана Орлова, скорее всего, вы ее знаете, она менеджер 18%, вот у нее уже 2 каталога отрыв. Если в следующем каталоге у нее будет отрыв, и все суммарно количество квалифицированных рекрутов плюс минимальное количество рекрутов будет выполнено, то она уже в следующем каталоге, ребят, может квалифицироваться на менеджерскую конференцию. Вот. Ей уже может там письмо прийти. То есть заранее тоже можно квалифицироваться. Не обязательно отрывы даже подряд делать. Не слышно? Ой, тебе как? Слышно? Отрывы не обязательно подряд делать, можно в разных каталогах. А? Мне хорошо слышно. Да? Да, отлично. Ага, ну ладно. Я уже заканчиваю. Больно долго задерживать не буду, потому что работать надо. Правильно Оля говорит. Параллельно рекрутирует, никогда не останавливается. Самое главное, включить четвертую скорость и потом уже не переключаться на опять там такие первые скоростя, да? Да, мало народу у меня, что-то вроде делаю, дела пока мало. Пока тут всех переберешь. Знаешь, да, надо сначала и опыта понабраться, и семечко посеять. Потом я, да, я поделюсь, как удобнее рекрутировать, вот это еще пока не могу поделиться, где чего. Ну все тогда, ключики, всем пока. Давайте, держу за вас кулачки, всегда на связи. Пока-пока.